Однажды вечером я сидел во дворе возле песка и ждал маму. Она, наверное, задерживалась в институте или магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверное, пили чай с бубликами и брынзой, а моей мамы еще не было. И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались темные облака. Они были похожи на бородатых стариков. И мне захотелось есть, а мамы все еще не было. И я подумал, что если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать. И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал: «Здорово!» И я сказал: «Здорово!» Мишка сел со мной и взял в руки самосвал. «Ого!» – сказал Мишка. «Где достал?» «А он сам набирает песок. Не сам, а сам вываливает?» «Да». «А ручка? Для чего она? Ее можно вертеть?» «Да». «А, ого! Дашь мне его домой?» Я сказал: «Нет, домой не дам. Подарок папа подарил перед отъездом». Мишка надулся и отвернулся от меня. На дворе стало еще темнее. Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стояли и разговаривают. И даже не думают про меня. Я лег на песок. Тут Мишка говорит: «Не дашь самосвал?» «Отвяжись, Мишка». Тогда Мишка говорит: «Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса». Я говорю: «Сравнил Барбадос с самосвалом». А Мишка: «Ну, хочешь, я тебе дам плавательный круг». Я говорю: «Он у тебя лопнутый». А Мишка: «Ты его заклеишь». Я даже рассердился. «А плавать где? В ванной? По вторникам?» Мишка опять надулся, а потом говорит: «Ну, была не была, знай мою доброту. На». И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки. «Ты открой ее», — сказал Мишка. «Тогда увидишь». Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зеленый огонек, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка. И в то же время я сам держал ее в руках. «Что это, Мишка?» — спросил я шепотом. «Что это такое?» «Это светлячок», — сказал Мишка. «Что, хорош?» «Он живой, не думай», — Мишка сказал. «Сказал я: бери мой самосвал, хочешь, на, всегда, бери насовсем, мне отдай эту звездочку, я домой возьму». И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой, а я остался со своим светлячком, глядел на него, глядел, никак не мог наглядеться, какой он зеленый, словно в сказке. И как хоть он близко на ладони, а светит словно издалека. И я не мог ровно дышать. Я слышал, как стучит мое сердце, и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать. И я долго так сидел, очень долго. Никого не было вокруг, и я забыл про всех на белом свете. Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда мы стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила: «Ну, как твой самосвал?» А я сказал: «Я, мама, променяла его». Мама сказала: «Интересно, а на что?» Я ответил: «На светлячка, он в коробочке живет, погаси-ка свет». Мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы вдвоем смотрели на бледно-зеленую звездочку. Потом мама зажгла свет. «Да», — сказала она, — «это волшебство. Но все-таки, как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за такого червячка?» «Я так долго ждал тебя», — сказал я, — «и мне было так скучно. А этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете». Мама пристально посмотрела на меня и спросила: «А чем же?»
чем же именно он лучше?» Я сказал. «Да как ты не понимаешь, ведь он живой и светится».